Всем привет, ребята! Сегодня я покажу, как установить кулер башню на соке 2011-2011V3. Делается это с помощью вот такого переходного кольца и 4 болтов, которые идут в комплекте. Для начала нужно помазать процессор термопастой. Я буду использовать вот такую вот термопасту GD900 китайскую. Она очень хорошо охлаждает. Так, друзья, вот мы нанесли термопасту на наш с вами процессор. Далее мы устанавливаем вот это переходное кольцо 4 винтами. Берем наш кулер, смотрим, с какой стороны у нас подключается сам кулер. Есть. И вот этими вот усиками одним. Теперь вторым вставляем и защелкиваем. Теперь подключаем в разъем на материнской плате наш кулер. Готово. Все, можно устанавливать компьютер. Наш кулер установлен и он будет функционировать. Всем спасибо за просмотр, друзья. Если этот ролик был вам полезен, пожалуйста, оцените его лайком. Всем удачи и всем до новых встреч!